Пришел поздравить наших ветеранов с этим праздником, потому что праздник этот святой для нас. Мы все знаем, сколько отдало смертей за этот подвиг, за эту победу. Вот приучаем молодое поколение. Пришел с сыном Александром, который назван в честь деда, который погиб во время Великой Отечественной войны. Самое главное, чтобы не было войны, как говорили старики, и мирного неба над нашей Россией. Для нас это самый главный праздник. Наконец-то я нашла. Потому что мы здесь родились, мы здесь были во время войны, и вот и победили наши родители. Для меня этот праздник очень-очень много значит. Здесь я не была, я вылывали. 100 километров наш город был, что я вылывали. Господи, легко. Раненых 26-23. И вот мы там стояли, наши бойцы там были. Мы их лечили, а потом вместе с ними мы поехали под Воронеж, Курская битва. Готовить стали к Курской битве. Раньше было больше ветеранов, но, к сожалению, каждый год мы теряем наших доблестных бойцов, как мы их называем. Становится все меньше и меньше, и, видимо, уходить на такие мероприятия становится тяжело. Но, тем не менее, мы после Мамаева кургана обязательно собираемся, чай пьем, разговариваем, они песни поют, рассказывают про свои ощущения и сегодняшние, и прошлые. И вот такая дружная семейная обстановка, она позволяет им немножко себя ощущать помоложе и быть в нашей компании с нами вместе, а нам набираться у них мудрости, опыта и очередной раз поблагодарить за эту великую победу, за их труд, терпение, за ту возможность, которая позволяет нам сегодня работать и жить.